письма. Почта сети. Где рыба пишут? Рыба был вокалистом, мы с ним собирали группу Панзерфауст в далеком 2005 году. Рыба плавает в водах Канады. Нынче он эмигрировал. На нерест ушел в Канаду. На нерест. Ай-яй-яй, девчонка Румпельштицкин. Что? Спасибо. Я, кажется, знаю. Этот поезд подвезет? Да, он подвезет. Песенка, наверное, вообще вот самая первая, которую мы придумали с товарищем в году. Еще мы в школе учились. Это очень старая песня. Но она претерпела ряд всевозможных изменений за последние лет 12-13, наверное, уже сколько. Уже старые мы. А он был, я его удалил. Просто мир не готов, как выяснилось, к клипу. Ты все пропустила. Нет, мир не готов. Итак, песня «Поезд». «Машинист». Что-то едет, что-то прет. Это поезд, вот везет.
Раз уж опять письма, да что такое? Пишите мне на электронную почту.